Ливневая канализация на проспекте Фадеева настолько сильно забилась обычным и строительным мусором, что будущей весной рискует выйти из берегов и затопить все рядом стоящие дома и дорогу. Жители этого района КСК такой вариант развития событий не устраивает, и они уже сейчас пытаются разобраться в проблеме. Поставили новый дом, как у нас в России, а водослив и все остальное засыпали. И вода неизвестно будет куда уходить. Куда? Естественно, будет выходить вот сюда, где проходят канализация и все остальное. Все это будет заливаться. Приходил к строителям, но меня отправили на своем арабском или на каком языке подальше. По словам местных жителей, до начала строительства новых домов водослив работал нормально. Теперь же проблему надо решать, иначе потоп будет неизбежен. Однако рабочие на стройке не торопятся исправлять своих ошибок. Надо прочистить убрать строительный мусор, прочистить ливневые каналы. Ну и все будет замечательно всем, и новому дому, и нам. Подрядчик рассказал, что строительный мусор вывозится своевременно и исправно, поэтому в ливневках его быть не должно. Но пообещал, проблема с забитым водостоком будет решена. То, что касается ливневки, при проведении работ по благоустройству, там предусмотрена ливневка, которая, конечно, будет выполнена в соответствии с проектом. Вот. То, что касается строительного мусора, однозначно говорю, мы вывозим. Подрядчик уточнил, что старую ливневку соединят с новой и расчистят от скопившегося мусора, чтобы вода после дождей стекала по каналам, а не во дворы жителям соседних домов. Благоустройство начнется, как только построенные дома сдадут в эксплуатацию. Григорий Анипер, Павел Карпов, РТК Забайкалье.